Бүгін біз сіздердің алдарыңызға келіп, өзіміздің дәстүрлі кездесулерімізді өткізуді бастаған болатынбыз. Задача этих встреч, цель этих встреч – отчитываться перед людьми, что сделано, и какие есть вопросы, и совместно с жителями сделать план на будущее. Вот здесь, что сделано в 22-м году. Сквер, который называлась улица Фасадная, вы долгие годы, по-моему, да? Несколько лет просили, что в этом году, я думаю, все мы добиваем. 25 улиц мы провели модернизацию сетей уличного освещения. Я надеюсь, что есть конкретные результаты, и поселение, которые живут там, они ощущают эти положительные моменты. Теперь, что в этом году? Эта футбольную площадку вы просили, когда мы, по-моему, весной здесь проводили встречу. Мы запланировали, сейчас работу ведем. Надеюсь, в ближайшее время мы уже завершим, и там будут играть дети наши. По улице Шаяхметова 24 делаем по бюджету народного участия комплексное благоустройство. И гравийный ремонт – это наша, тоже можно сказать, традиционная проблема, которую задают там часто жители. Это теперь здание биофильтра. Это тоже аварийное состояние был. В этом году мы выделили 268 миллионов тенге для того, чтобы построить здание биофильтра. Почему? Потому что если здание биофильтра рухнет, это уже будет, можно сказать, большая беда для всех согресов. Частным бизнесменам вы заключаете договор. Каждый день. Каждый день, да. Вы платите им деньги. Предложение, да, что сделать? Куда? Вот нам Батаруна и до, вот прям по этой дороге, вы знаете, да? Вот у нас есть дорога, да? Вот железная дорога, да? А Сокол, как вы знаете? Ну да, я одна их хожу. Да, Сокол, мен бирай тай дегенім, не будет дорога. Где? Салам, скажи, что у нас была дорога.